Здравствуйте, дорогие друзья. Вот сегодня получил рыбку с утра. Вот. Сейчас покажу, какие рыбки. Вот такие вот змейки. Вот. Вот такая вот змея. Золотая змеиная кожа, альбинос. Получил я из Москвы от Илькина Гулиева. Позавчера мы с ним пообщались, он мне видео сбросил. И так как-то через день она уже у меня образовалась, эта рыбка. Вот тут один экземпляр вообще мне очень нравится. Вот такой вот экземплярчик. Ну, рыбка молоденькая. Когда я ее увидел, значит, перед отправкой говорю, ну как, мне там самцы, самки видны. Ну, он так из чувства вежливости говорит, ну, вроде как самки. Ну, когда я увидел, что это подростки, то какая речь вообще может идти в таком размере, то есть, наверное, месяцев 10-9, в таком размере какая речь может идти о поле. То есть, у меня есть мои, которые уже мечут, я и то не знаю, кто из них там кто, самец, самка, уже там 12-14 сантиметров. А эти вот малыши, поэтому как бы, ну, сначала надо спросить возраст рыбы, а потом спрашивать, самец, самка, дай мне самцов, дай мне самок. Сейчас я пересажу их в аквариум, они вот тут у меня уже полдня сидят. Температуру я переборщил в приемном аквариуме немножко. Сейчас она опускалась у меня. Сейчас покажу их в полной красе. Ну вот рыбка в отсаднике. Отсадник на 100 литров. Вот, думаю, что ближайшие 2-3 месяца они будут жить здесь у меня. Не буду я форсировать события. Несколько месяцев пускай живут у меня здесь. Вот. А потом уже постепенно, ну вот смотрите, окраска, да? Рыба в таком размере, она полностью прокрашена вся. Линии не рваные, линии целые, они переходят в плавники. Ну то есть качество, конечно, классное. Вот смотрите, какие альбиносики. Прикольные. Значит, я почему видео это снял? Не только там похвастаться, конечно, но и сказать, что вот получил я рыбу, распаковал, смотрю сразу, фекалии черные, плотные. То есть вот рыба, тогда начала уже плавать. Рыба изначально приходит, показатель того, что рыба здорова, это черные плотные фекалии. Там передерживать особо некогда было. Несколько дней, чтобы она там дефекализировалась, вот. Но, в принципе, тут недолго в пути получилось, 15 часов всего-навсего. Вот. И рыбка нормально, она приехала, в нормальной температуре, ну, в общем, все хорошо. Вот. Потом лобики толстенькие, все. То есть рыба не истощена. То есть дальше все это, дальнейшие все манипуляции, это уже на ответственности на моей. Там, смогу я ее адаптировать, не смогу. Ну, то есть вот изначально рыба пришла в хорошем качестве, вот все четко. Поэтому показатель здоровья еще в ведре, там они когда немножечко посидели, начали там драться, толкаться. То есть все прям было очень даже хорошо. Смотрите, какая форма, да? Маленькая головка. Ну, это вам поджал плавнички немножко. Я думаю, завтра они распустятся. Раскроются все. И будут хорошо адаптированы. Вот такие вот рыбасики. Да, чтобы такую кондицию получать, надо, конечно, очень сильно постараться. Шансов, конечно, из 4 рыб получить хотя бы одну пару крайне мало, но я не могу себе позволить хоть даже десяток, потому что цена у нее соответствует, так сказать, качеству. И вот еще маленький сюжетик. Вот стоит рыбка. Посмотрите, да? Вот. Значит, я долгое время пытался ее отнерестить там с другой рыбкой, более мелкая, ну это такая вот лобастенькая, да? Я как бы считал, что
что это самец, пока этот самец не наложил икры на пол конуса. То есть это уже размер достаточно большой, я так думаю, сантиметров 13-14, крупная особь, и она крупнее другой самки оказалась. Пока не появился вот другая рыбка, не появилась самец, оказалось, что это, ну, это мой молодой, вот он уже подрос тоже, и по размеру они практически одинаковые. То есть вот тут вот лобик, да, у нее, говорят, вот там лоб, лобастый, не лобастый, лобастая. То есть определить пол крайне тяжело. Ну вот это вот самец, потому что я видел, что он пытается оплодотворять икру, и после его проходов как бы не образовывалась дорожка из икры. И вот 10 меток я пытался, думать, что такое, не работает самец, вот этот вот самец якобы. Оказалось, что это самка, вот уже как бы заостренный плавник, лобик там, все у него большое. Они по размеру даже одинаковые, видите, два таких крупных рыбасика довольно-таки. Поэтому определение пола довольно-таки проблематично. Вот тут стайка моей молодежи, они тоже там уже трясутся, уже как-то там паруются, даже вот... Тут три пары есть, но я никак не замечу, кто из них кладет, а кто из них оплодотворяет. То есть пока вот не плавник, плавник заостряется, это уже, наверное, там ближе к полутора годам. Пока они год и два, там год и три, их вообще непонятно, кто есть кто. Вот. А если там размер, ну как бы... Бывает часто, что самец крупнее самки, но не всегда, как я уже ранее показывал. Поэтому требовать от вашего продавца, что дай мне две самки и одного самца, это можно только когда они уже отнерестятся и будет малек. Тогда уже ясно, кто самец, кто самка. Ну, это еще молодежь, тут пару раз нерестились, то икру съедят, то еще что-то такое не умеют. Ну вот тоже, тут есть особь такая высокая, вот эта большая, ну тоже ложил или клал, или откладывал икру, оказывается. В общем, вот так вот.